4 ребра вообще-то. Всех нету инсте. Пойду. Пойду кусок мяса достану и покурю заодно. Блять, суманите 100 грамм или чё нахуй, без маунта вниз. Давай, давай, давай. Да, сучка. Нет. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих... Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на... А чё, если я на офтанка буду ролить, я уже ничего не заберу? Если тот чувак будет на мейн ролить, а я на оф. Если тебя мейн убьет, допустим, форик, да, или кто там, и хочешь танка поролишь, он просто пишет, что у тебя мейн, и как бы ролл идет на танк. Только до пола ребра еще пишется. Пароли на танк, и все. Для тебя получается как там мейн ролл, а для фурика получается как оф. Нет, у меня мейн, это фурик, а танк как оф. Это если за трэш говорить. А если хочешь больше урона носить босса, то никаких не три кнопки.
визар большому обновите. Да-да-да, я пока да его забираю, рвут. Закончится. В кулаке обновите. Никто. Мы без перекура. Да. Триста баф дайте. Слава, жди. Жди бафуйте. Каску МП5 дайте под друида. Лапу. Локом воздай каску. Или кто там каску дает? Блин, каску и друиду да, дай. И локом. И ралли дай инду. Каску, все, здесь давай погнали. Давайте раскол стакать. Давайте. Беги, малышка, беги! Отлично.
Надо глянуть список. Место 46 место. Я недавно там посмотрел. Вот там какое место. Хризипила, смотришь. А кому обратиться, чтобы по поводу ИПа там вопрос один? Да мне, короче, этот кто-то из вас там, ну, человек из офицеров перекинул, ну, чтоб Навара перечислили ИПа. А я хотел это, ну, хочу на паладина танка одеть. Это уже нельзя сделать так, да? Цеперсы есть, половые нет. Если нету, то тебя никто не может никуда перекидывать. Короче, психопанк 147, изофилок 149, формер 150. Короче, психопанк, кидай осколки. Для нашего господина нет ничего невозможного. Да ладно, один осколок. Я по практике, мол, праведника кидаю, а потом уже лучше. Ну, скилл он молоток бросает. Это танка. Да, паладина. А, ретрика? Да, короче, заходишь с правосудия, потом прожимаешь бурю, удар воина света и... Короче, как буря откадышивается, постоянно ёжный. Это очень сложно. Не, имею в виду, что буря по КД. Ты атаку пропускаешь. За место бури там удар воина света прожимаешь. А так бы раз пять бы еще нажал бы на бур. Где ты тут? Переведите, не? Может быть, тупо держать в одном месте и бить, то уже похуй дух. Зубы не стой.
порода такая. А могут танки там нажать? Нет. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. А кто лучше в рейде, Хэприст или ДЦ? Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Орлима. Если вы поспешите, то еще сможете. Да, Олег шутит. Да. Ты что, никто не видел? Вентпился, Олег. Вредский еще рыновал был написан. Сейчас Арсений. Саурфан будет рад поступку молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Эй, как дела? Подожди, подожди. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, слетаем. Кто-то? Психопанк. Вы видите? Психопанк. Кто это там вдалеке? А, ну-ка, вот. Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдем! Пехота! Сержанты! Бой! Не стопите! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Не-не, не идет она. Ну, смотря по характеристикам, чё. Почему тут, короче, палы на этом серваке не берут, блядь, волю вместо чешки? Воля и колба. Ещё расскажи, ещё раз проси, чё ты говоришь? Говорю, почему паладины на этом сервере вместо чешки не берут волю? Если воля берут 20 секунд. Там прок бесполезный может быть, а чешка у тебя постоянно на силу атаки прок. Ты хуйня полнейшая. Ну да, на офис люди, когда считали все эти характеристики, не зря, блядь, ее поместили выше воли.
Ну. Пехота, сержанты, бой! Так, сразу на заметкости необходимо прям. Вообще? Не, ну ты камнями это там смотри. Вообще я знаю паладинов, которые с черепом с десятки гер бегают и чешуей. Вот это реально профит. Ой. Да. Выбор он дает его. Выбор АП. Но. Что-нибудь можно вообще быстрее не ходить. А толк? Присоединись ко мне, отец. Ты все равно с пугами не ходишь, толк тягает. Если мы разрушим этот мир во имя плети и восстановим... Вон Бристу отдай. Арсению отдай монетку. Так оно ж по дамагу видно, что ты все равно ни хера не бьешь. Обещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Да дай ты монету, блин. От чего получил, дай другим получить от чего. Цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж... Это как Коноп в танке, да? Хотите узнать, сколь могущественно плеть? Во имя короля меча! Нет, буры прожимать сложно. По КД. Такое чувство, как ты с хила пересел на ретро.
Подчинитесь, слуги мои. Освободился. Оля, блядь. Хороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Портал открыло, заходите. Ну куда идем? Я же сролил, Розан. Прошли, наконец, вору. Белин залез. Кого летишь? Не, это пиздец. Филипец, нахуя появился? Или кто там бегал? Кристоф. Блядь. Я вообще ничего не ходил ставить. Так не так хотите перед танком на дэш. Сырко прототись и бегите через ловушки, если там трэш. Да, там трэш. Да. Да портуйтесь, не бьем трэш и все.
хрен вообще умирать не в кайф-то. Пошли на центр, там одна валька мертва уже. Берем левого туда. Это Войт, я эту часть сделаю. Назад там собаки идут.
Ну что ты делаешь на тему? Я не бью ее, все, давай таунти. Блять, побить нельзя уже. А я одну ЛПшку дал удар, чем мы. Лево пачку активируем. Справа пачку активировал. 9 секунд КД. Да никто, только хан. Один хан. Тут обычка. У меня нет цели. Даже пошутить нельзя. Инту дайте, пожалуйста. Буешки нашли даже. Две штуки? Таунти, босса. Да, меня будет. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой смеси. Походу у меня руки из жопы растут. У меня... Ага, ты меня китнешь. Потому что у меня руки из жопы. А я просто не брать не буду, всё. Не, я-то их. А так рефлекторно скинешь. Кто тебя знает?
Да. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ханку, где от хилов? Ренджесовый дай. Притворился мертвым. Что ты кончил? Взяли, заблевали. Ну ты тоже? Где стоишь, там где хилы должен стоять? Да не, я как бы посередине. Да, прямо где хилы. Я даже анимации не видел, что он скидывается. Лекс, вали, блин. Там по-моему, паладин выигрывает, блядь. 100%.
Лекарство спаси, или хенты, блядь. С талантами тоже. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Да, мне без разницы. А давай, я даже крестом заебу, мне интересно стало. Опять не тому осколок отдал. Вот тебе на ретрика эти крестики пойдут. Предбисы. А у тебя сколько штук их? Ну, кисти, да, эти? У тебя, у тебя сколько меткости там, процентов? Ну иначе они тебе не нужны. Эти сетовские они там. Ну а тебе, ты сейчас за лёд покупаешь сет? Ну сначала сет. Сет покупай, потом уже. Какой тренька? Так типа лучше сначала сет собрать. Да конечно. Ничего не тратить, лучше сет покупать. Не проси ни о чем. Что мы лучше в рейде выиграешь? Там этот Сеня выпил. Отличные новости, народ! Блять, я так-то сказал, что ты скажу, а ты думал минут. Да. Каску дай тоже позови. Ой. Сейчас не дам каску, я кончу. Не ты, Войду. Войду тебя хан посох просит. Посох просит у тебя. На ДК пошёл. Я побежал, дайте короче. Бомбу, дайте бомбу быстрее на ДК. Да сейчас сдохнет пускай. Пускай он сдохнет. Идите, уйдите оттуда. Убирай другую цель.
Эй, зеленого. Как вишенка. Ой, извините. Да, я читер. Нет, я вылетел, говорю. Так-то я тут. Статка. О, как неожиданно. Вау. Это реакция гепарда. Чего не убили? Хуй. Боже, у меня ничего не выйдет. Блин, подскажите, пожалуйста, вот мне что-то сбой какой-то произошел, я указатель мышки там у меня сбился и, короче, чувствительно, ну тут чуть-чуть сдвинул стрелку, да, у меня сразу она дрыгается, блин. В компьютере сделал поменьше скорость, а в игре так же осталось. Чё за фигня-то? Это у меня тоже в Warcraft. Аппаратный курсор, включи настройку. У меня, блядь, мышка, блядь, за 100 баксов, нахуй, а курсор дергается, как говно в этом бою, блядь. Здесь 258 она стоит. А толку ноль. Где, блядь, травма делать? Ты, блядь, последнее желание, ёбаный ворот. Конечно, стоим, смотрим.
Ну не знаю, хилы ману отбивают, все такое, наверное. Добрый день. Можно масти спел дать. Что-то не дал ничего, этот мазать спел. Шем делали, блядь. Слишком далеко. Как вовремя бот по танкощим. Да. Ну, воспулили и бот дали по танку. Защищен. Ты знаешь, какой? Ты хотел выяснить, кто больше даст урон.
глупые смертные. Я двух или одного? Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Раз куда эти помогают?